Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Гусева, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу продемонстрировать вам цветение моей красотки. Эта котлея есть у многих из нас в коллекции. Котлея от поставщика Юченг. Вот такое вот сложное у нее название переводится как «драконий фрукт». Эта котлея является гибридом двух родителей, один из которых котлея Monte Elegans, а второе название подпишу, так, честно говоря, сразу и не вспомню, и боюсь, что произношение, транскрипцию не произнесу. Значит, правильно. Этот гибрид тайского производства. В тайских гибридах очень много участвует, как правило, котлей. До 7-8 штук бывает для создания одного гибрида. Поэтому вот в данном случае гибрид получился очень удачный. Цветы у нее шикарные. Посмотрите, вот эта вот губа и лепестки как раз унаследовала она от котлеи Monte Elegans. Вот этот вот чудесный краб малинового цвета. А вот этот вот очаровательный белый галстук рядом с губой. Прямо вот настолько она и яркая, и шикарная, и настолько она красивая, с какой стороны не посмотрите, на цветок очень интересный. Я, честно говоря, боялась сначала, что эта котлея, поскольку это гибрид с участием Monte Elegans, будет очень крупных размеров, потому что котлея Monte Elegans, если у кого-то она есть в коллекции, она достаточно высокая, около 70 сантиметров взрослая бульба. А тут клон получился очень компактный. И котлея получилась двулистная, так же как и Monte Elegans. Но посмотрите, она пришла от поставщика Юченг ко мне. В чистом мхе она сидела. Вот это вот раз, два, три в размере 4 бульб. Четвертая бульба на родине цвела. Вот это белый налет, не пугайтесь, он у меня от жесткой воды, потому что вода природная из скважины, и вот на листочках есть такой белый налет. Ну, ничего страшного. И вот новая бульба, которую она выдала мне, она сразу, после созревания этой бульбы, сразу начала цвести и выдала два цветочка. На самом деле цветение этой котлеи с течением времени, когда растение будет взрослое, оно будет цвести шапкой. Поэтому я буду ждать, когда процветет тут целой шапкой. И, конечно, шапка это будет вообще феерично и очень красиво, я думаю. Котлеи от этого поставщика Юченг приходят, как правило, в маленьком транспортировочном горшке, где-то сантиметров 6 в диаметре, и сидят они в чистом мхе. По возможности я стараюсь этот мох не ворошить, но вот в данном случае этот мох я так немножко распушила, добавила в субстрат коры такой вот крупной фракции и сверху уложила подушку из мха свежего из леса. Обычный мох, не сфагнум новозеландский, а именно мох наш сфагнум лесной. И вы можете видеть, какие жирные корни она тут выпустила. Кроме того, они сидят в керамическом горшке и весь уже заполнили. Даже вон корни пошли гулять наружу. Дырочки делаю обычным сверлом по керамической плитке. Так что вот такая вот красотка. Конечно, неимоверно шикарные просто у нее цветы. Очень красивые. Вот с этим крапом, вот с этой сеточкой внутренней, как такие венки выходят. Очень красиво. Но и на задних листьях тоже краб. Она такая получилась, как будто пилоричная немножко. Интересный цветок. Честно говоря, вот многие меня спрашивают, какую котлею лучше завести для новичков. Вот двулистные котлеи я считаю очень удачные, потому что для их зацветание не нужен особый перепад температур. Ну, достаточно яркое освещение им нужно, всем котлеям. Но вот, честно говоря, зацвела она легко. Поэтому, если вы новичок, который хочет попробовать именно завести котлею для первого раза, я искренне вам рекомендую вот обратить на нее внимание. Вот еще раз бирочку вам показываю. Котлеи Юаньдунг Свит Dragon Fruit. По-моему, так я прочитала. Аманда это поставщик Юченг.
Она есть в заказах. Котле не из дорогих, там порядка, может быть, 1000 рублей она получается. Но эффектная очень. Единственное, что аромата у нее как такового, вот пока она не пахнет на сегодняшний день, может быть, с течением времени, потому что на сегодня это второй день, как она раскрылась, цветок достаточно крупный. Я посмотрела в описании, в принципе, размах цветка примерно 8-10 сантиметров указан. Ну, у меня чуть поменьше, я думаю, сантиметров 7-8 пока цветок. Может быть, с течением времени, когда она будет цвести шапкой, клон действительно очень удачный, и, может быть, цветы будут чуть поярче и пошире в размере. Ну, посмотрим. В любом случае, мне она очень понравилась. Я надеюсь, и вам она тоже приглянулась. Такой небольшой у меня сегодня обзорное видео. Показываю вам цветение этой котлеи. Уж очень она мне понравилась за красоту и яркость именно своих цветов. Оставайтесь на канале. Я думаю, впереди будет много интересного. Так что, друзья мои, желаю здоровья вам, вашим орхидейкам. До скорых встреч. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.